резинки после нескольких стирок вытягиваются, растягиваются. Приспособила, вот беру колготки 20 ден, вот отрезаю. На Таиркину талию у меня уходят 3 вот такие по 4 сантиметра. Я их беру, между собой так скрепляю. Скрепление я увидела на вязании коврика. Люди носки разрезают и вот так вот соединяют. И вот получается резинка. Тенс. Самое главное, что эта резинка очень мягкая получается. Она не давит, не трет, не жмет.